85 городов, 11 часовых поясов и один старт для нескольких тысяч любителей спорта. Главная особенность российского полумарафона – одновременный старт. В этом году 120 тысяч участников. Это еще и мировой рекорд. Для меня это в первую очередь энергетика, наверное. Потому что я человек, который с детства, в общем-то, не любил физкультуру, но с возрастом я полюбила бег, и мне это прям, вот как говорят, чистый кайф. Я из города Уфы приехала на ваши старты замечательные. Мы уже километр пробежали, здорово. Просто здорово. Спасибо Казани, приедем еще. Четыре дистанции на выбор – 1, 5, 10 километров или полумарафон – это 21 километр. В Казани на старт в этом году вышли 3500 участников. Таким образом определяется беговая столица страны. Казань была беговой столицей в первые два года проведения Забег РФ. Это было 2017-2018 годы. Вот, конечно, мы надеемся, что и в этом году мы займем там достойное место в этом большом рейтинге. Беговая столица России определяется по трем критериям. Среднему показателю дистанции, преодоленной всеми участниками, и соотношению количества участников к общему населению города, а также средней скорости бега. Спасибо! Я тоже решила помочь нашей Казани стать беговой столицей России. Что самое главное, здесь нет проигравших, каждый победитель. Потому что все, кто финиширует, получают заветную медаль. Поздравляем вас! Спасибо! Дистанция прекрасная. Подъемов нету, но ветер немножко. А так настроение хорошее. Спорт. Прививаемый детям тоже, чтобы любили спорт. Но это, в принципе, весело. Мне кажется, повеселее, чем просто прогуляться. Плюс медали. У каждого здесь своя цель. Новички – преодолеть себя, любители – побить свой рекорд. Профессионалы хотят прийти к финишу первыми. Контролировал бег, сразу начал бежать вперед. Прибежал с отрывом, удержал отрыв. Вот эти мероприятия, они еще объединяют людей, объединяют любителей спорта, любителей здорового жизни. Отличное настроение, заряд бодрости и уверенность в своих силах получил каждый участник. А вот станет ли Казань беговой столицей, мы узнаем после подсчета результатов всех городов. Вероника Гайнудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.